Смотрите, какой большой идет опять зомбик, ребята. Вы просто посмотрите сюда на экран, какой большой идет зомби. Так, для него у нас есть подарочки, ребята. Капустострел, давай, вперед. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в игру Растения против Зомби 2, ребятки. Ну что ж, погнали, ребятки, это уже... мы зашли очень далеко, ребятки, и давайте с вами, собственно, наберем того, что нам нужно, ребятки. Давайте вот такую штуку. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Так, ребятки, надо вот эти памятники как-то позбивать, нам будет позже. Так, так, сосед нам что-то пытается рассказать, ну, в общем, как всегда. Так, ребятки, давайте будем садить, ребятки, потихонечку наши подсолнухи, пускай вырабатывают нам наши солнышки, для того, чтобы мы потихонечку уже начали, ребятки, выстраивать нашу оборону. Потому что это довольно-таки, ребятки, не шутки уже, это довольно-таки серьезно. Так, давайте сюда горохострел поставим, пускай потихоньку убивает мумию. А, ребят, он будет стрелять в памятник, я думал, он будет мимо стрелять, он стреляет, оказывается, в памятник. Представляете? Да, прикольно, конечно. Так, давайте поставим, наверное... бомбу вот здесь вот, так. Я думаю, мы его убьем, пока он дойдет сюда к нам. Так, там бомба стоит, отлично. Он сейчас должен подорваться, ребятки, в принципе, на этой бомбе. Так, и сюда, наверное, что ли, поставить. Так, ребятки, ну что ж, отличненько. Отличненько, ребятки. Так, это ничего не стоит, абсолютно ничего не стоит. Она, наверное, замораживает что-то. Или что это такое-то, что мы только что поставили-то, ребята. Так, ну что, ребята, подсолнухов, я думаю, нам хватит для одной волны столько. Давайте выставлять будем, в принципе, оборону, ребят. Так, это мы сюда пока поставим, ребятки. Это сюда поставим. Так, 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 так. Что у нас дальше? А дальше у нас, ребятки, давайте горохострелы выстраивать. И давайте, наверное, еще посадим один, ребятки, подсолнушек. Пускай будет на всякий случай. Так, и, ребятки, забираем денежку и садим еще раз грохострел, пускай убивает вот этого нехорошего мумию-зомби, ребятки, потому что он уже довольно-таки нам надоел. Так, и мы с вами потихонечку переходим дальше, ребят. Так, а здесь надо поставить грохострел нам, ребятки, все, отлично, ребятки, все, вроде бы все у нас пока есть. Ага, вон несут, ребятки, картину, четыре зомби несут по картине. Какого-то, ребятки, верблюда прикольного. Ну ничего, ребятки, мы сейчас их... А, у нас там есть, мы сейчас их остановим, ребятки. Так, остановим мы их, ребята, с помощью вот этой штуки, наверное. Ого, ребята, вы видели, разбились все, ха-ха-ха. Все картины их не разбились. Они, оказывается, были глиняными. Мои солнышки забирает мумия, вы видели, ребята. Я еле отбил их, реально. Так, пускай будет, пускай будет. Эу, ребята, куда же вы тянете? О, горшочек какой-то, ребятки, я нашел. Это мне он пошел, наверное, в бонусы. А потом мы уже, наверное, сможем, будем выстраивать еще что-нибудь с помощью этого горшочка, ребятки. Так, сюда, в принципе, можно поставить такую штуку. Так, сюда эту забрать. Так, ну там эти зомбики убиваются потихонечку. Так, ребятки, ну что ж, меня предупреждают, что идет большая волна зомби, ребятки. И это последняя волна, потому что у нас немного волн, но... Все же, ребятки, нам надо будет как-то аккуратненько взаимодействовать с ними, потому что это довольно-таки нешуточные игры, вот это все, ребят, и нам приходится делать, наверное, вот так вот. Так, и вторую, наверное, сюда. Так, ну, третьего листочка, ребятки, у нас нет просто-напросто. Мы с вами вместо... А где лопата наша, ребята? Ага, лопата у нас вот. А, все, у нас есть листочек, ребятки. Все, отлично. Мы с вами этот листочек надеваем сюда и расстреливаем этого зомбика нехорошего. Собираем солнышки. И проходим этот уровень, ребятки. И мы получаем голову фараона, ребятки. Прикольно, что это за голова фараона такая. Так, так, так. И что же здесь у нас? Давайте быстрее посмотрим-ка, куда мы, ребятки, с вами уже зашли в этой игре. Так, ну что тут? О, денежка, ребятки, мы с вами, как всегда, выиграли денежку. Это очень круто и очень привлекательно, ребят. Это довольно-таки классно все. Так, что у нас дальше-то? Что у нас дальше, а? Ага, а здесь у нас уже, наверное, переходим, ребятки, на следующий уровень. Сейчас мы с вами посмотрим.
Так. Да, ребятки, мы с вами переходим на 7-й уровень. Это просто замечательно. Здесь у нас показывают, чтобы я полил свои растения, ребятки. А где у меня лейка-то? А, я смогу... А, могу посадить за 30 кристаллов. Но кристаллов у меня нету. Давайте, наверное, с вами... Посадим сюда, что ли? А, все, поливать вот так вот. Все, ребятки, отлично. Это мы посадили для того, чтобы нам монеточки росли. Это денежное дерево, ребятки. О, отлично, мы заработали 13, ребятки, этих с него. Кристаллов и денежку, видите? Я же говорил, что так и будет. Так, ну что, ребятки, теперь погнали, собственно, в игру назад. Посмотрим, какой нам следующий уровень дальше выпал и что он нам, ребятки, собственно, может принести. Так, ну что ж, ребятки, переходим на 7-й уровень Египта и погнали. А здесь у нас что, ребята, какой-то уровень супер-супер-пупер, что ли? Так, а здесь у нас уже зомби, вы видели, начинают идти. Так, сосед опять пытается мне что-то рассказать. Ага, ребятки, это такая игра. Все, ребятки, я понял, мне надо... В последовательности нажимать на такие штуки. Все. И таким образом их убивать. Уч, да что ж ты будешь делать, а? Как-то немножко, ребятки, неправильно, потому что зомби уже доходит. Я не успеваю, да что ж ты будешь делать, а? Быстрее давайте, давайте как-то эти карты. Что за карты такие, а, непонятные? Как же в них играть-то, а? Быстрее, быстрее, этот надо, чтобы умер, ребята. О, отличненько, ребятки, мы успели, вы видели, потому что зомбик чуть не дошел на нашу эту. Так, отлично. Так, отлично, совпало. Все, теперь я понял, как играть в эту игру, ребятки. Так, ну что ж, ребятки, довольно-таки сложная игра получается такая у нас. Так, вот этот сюда, ага, вот этот сюда, вот этот сюда. Нет, ребята, вот так вот, наверное, вот так вот. Ой, чуть-чуть неправильно, вот так вот. И вот так вот, отлично. Так, отлично. 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 Так, немножко неправильно. Эуч. А где эта штука? Ребята, срочно надо. Ага, вот. Все, отлично, отлично. Так, ребятки, ну что ж, последняя волна большая приближается. Мне надо как-то, собственно, с ней сразиться, ребят. Потому что это довольно-таки не шутки. Ага, там солнышко, ребята. А где еще есть солнышко? Быстро, быстро, вот солнышко. Давай, давай, быстрее это солнышко убивай. Отлично. Так, кто здесь? Ага, вот. Убивайся быстрее. Так, здесь череп, здесь треугольник. Здесь два черепа, отлично. Здесь треугольник, да. Так, здесь солнышко. Здесь солнышко, да. Здесь солнышко, здесь треугольник, нет. Ага, здесь два солнышка, вот. Все, отлично, да. И здесь два треугольника, да. Отлично, ребятки, мы с вами выиграли. Я не думал, что мы сможем победить, ребятки, в этом уровне. Но мы с вами отличненько, ребятки, его прошли. Это просто замечательно. Да просто не может, ребятки, не радовать. Это круто. Так. Ну что ж, погнали. А здесь что это такое? Зомби, ребята, идут за мозгами. Здесь какой-то я нашел папирус. И на нем, ребятки, написано, что зомбики любят мозг, ребятки. Ну что ж, погнали, ребятки, дальше проходить нашу замечательную игрушку. И что у нас дальше? Ага, ребята, зомби-босс выступает. Он что-то там... хочет, ребятки, от нас. Какую-то атаку хочет произвести на нас этот зомби-босс. Ага, вот он. Вот он посылает своих первенцев, ребятки. Вы видели? Этот зомби-босс
посылает уже своих людей, ребята. Так, ребятки, давайте сюда, наверное, поставим. Этого сюда поставим. Ну что ж, ребятки, вполне все-таки законно. Да что ж ты будешь делать-то? Давайте заморозим, наверное, его. Давайте сюда вот такую штуку поставим. Отличненько. Так, капустострел, наверное, сюда пускай будет. О, ребятки, мы классную штуку подобрали. Мы подобрали, ребятки, с вами листочек. Он отлично справляется со своим заданием, когда это нужно, ребят. Давайте подзаморозим зомбика пока что временно. Так, и, собственно, давайте пройдем с вами дальше, ребята. Так, ага. Вижу. Давайте капустострел поставим здесь. Так, ребятки, в этом уровне будет две волны зомби. И будет зомби-великан. Надо будет это отметить, ребят. Потому что это довольно-таки серьезная штука. В общем-то, надо как-то быть более аккуратным и более бдительным, ребятки. Так, а чё горохострелов-то нету, ребят? Я-то, конечно, все понимаю, но горохострел тоже крутая вещь довольно-таки. Так, ребята, ну что ж, волна идет, ребятки, но это еще не первая волна, это просто идет такая, как бы, подволна идет. Так, и нам надо как-то, ребятки, отбивать эту, собственно, атаку. Так, этого сюда, ребятки, поставим, давайте, этого поставим сюда, наверное. Так, и третьего зомбика, ребятки, давайте их, наверное, будем замораживать, что ли. А, не там заморозил, ну ничего. Так, это сюда, ребята. А что же оно будет стрелять и памятник разбивать? Ну ничего, ладненько. Так, ребятки, надо оборону внизу укреплять, потому что внизу оборона не фонтан у нас, ребятки. Так что надо укреплять с тыла. Так. Ну что, ребятки, погнали, потихонечку с вами как-нибудь, да и выкарабкаемся из этого всего. Так, ну что ж, ребятки, пока все идет по плану, зомбики убиваются, я тоже довольно-таки доволен всем, ребятки, так что, в принципе, все пока что супер. Сейчас будет, ребятки, первая волна зомбиков, стоит отметить то, что... Ребятки, зомби это довольно-таки серьезно. Хорошо. Так, ребята, ага, идет вот первая волна зомби, наверное, сейчас будет, да? Так, и нам ее надо с вами, ребятки, как-то отразить, эту волну отбить. Что ли? Так, ребятки, ну что, первая волна зомби пошла. Меня вот предупреждают, что первая волна зомби, ребятки, уже впереди. И зомбики, ребятки, не... Ого, посмотрите, ребятки, куда они зашли-то? Ребята, вы в курсе, что зомбики вот эти? Посмотрите, сколько их. Не на своей территории, ребята. Так, отличненько, ребятки. Пускай стреляет капустострел капустой большой. Так, отлично. Так, ребята, ага, большой зомби идет, вижу. Давайте его закидаем капустой и еще листик сюда, ребятки. Пускай забрасывается этими, вот такими штуками. Ха-ха-ха. Ну ничего, ребятки, потихонечку что, идем потихонечку все-таки. Я думаю, он не должен пройти на нашу, ребятки. Ребятки, он нас уничтожает, этот зомбик. Посмотрите, он даже кота какого-то выпустил, ребят. Ну, уничтожайся этого зомбика. Как-то надо, ребятки, уничтожить это все как-то неправильно. Посмотрите, какой он большой. Давайте его все-таки как-то убьем, что ли. Я не знаю, ребята, сейчас вторая волна уже будет, а мы до сих пор на первой волне с вами. О, отлично, ребята, зомби большой побежден. Круто. Круто, большого зомбика мы уничтожили, ребят. Это просто замечательно. Это просто круто, ребятки. Это просто кайф. Так, отлично. Так, ну что ж, ребятки, последняя волна предупреждает меня. Посмотрите, какой большой идет опять зомбик, ребята. Вы просто посмотрите сюда на экран, какой большой идет зомби. Так, для него у нас есть подарочки, ребята. Капустострел, давай, вперед. Давай еще раз капустострел. Вах, 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 бах, 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 бах. Так, отлично, ребятки. Так, третья волна, ребятки.
И нам нужно вот этого большого, ребятки, последняя волна. Нам нужно победить вот этого большого зомби, ребята. Нехорошего. Давайте его заморозим. Два раза пускай он будет заморожен. И сюда такую штуку мы поставим, ребятки, с вами. Так, давайте подберем горшочек. Потому что это такие не шутки вовсе, ребят. Это довольно-таки серьезная игра. Так. Потому что шутки, ребятки, шутить с таким большим зомби, ребятки, невозможно абсолютно. Так. Что это у нас? Ага, ребята. Вот у нас есть еще помощь. Я и забыл про нее, ребятки. Совсем. У нас даже есть ток, ребята. Все, ребятки, мы убили его током. Отлично, ребятки. И прошли уровень, да? Я думаю, да, ребятки. Отличненько, ребятки. Мы получили какие-то ключи, наверное, от пирамиды. Вот это круто. Вот это кайф. Вот это да, ребята. Так, сосед говорит, что у меня есть ключи теперь. И я могу перейти к другой карте, ребятки. Все отличненько, ребятки. Я могу во времени... теперь у нас открылась, наверное, ребятки, новая карта. Давайте посмотрим. Наверное, мы уже с пирамид уходим, что ли? Да, ребятки, это просто круто. И мы сейчас с вами откроем вторую карту, ребятки. Круто. Отлично, ребятки, мы открыли вторую карту. Посмотрите, какие-то заброшенное какое-то болото. И мы с вами, ребятки, будем продолжать играть в следующем эпизоде, ребятки. А этот эпизод, ребятки, подходит к концу. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишитесь, ребятки, на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы еще не сделали это, сделайте, пожалуйста. А также, ребятки, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. А также, ребятки, не забываем ставить пальчики вверх. Вы очень крутые, ребята. И ставить комментарии разные, ребятки. Я вас очень люблю, дорогие подписчики. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.